Портрет Гаврилы Романовича Державина из собрания Иркутского художественного музея – это одно из самых известных его полотен и одно из самых загадочных. Иркутский купец Михаил Васильевич Сибиряков отправил подарок Гавриле Романовичу Державину, великому русскому поэту и государственному деятелю. Ответным подарком Гаврила Романович Державин отправил в Иркутск свой портрет. Согласно легенде, купец разместил этот портрет в одной из зал. Залу назвал Державинской и чрезвычайно гордился этим замечательным приобретением. В 1824 году Иркутск посетил путешественник Иван Мартас, дядя знаменитого скульптора. Описывая эту картину, Иван Мартас говорит о том, что на картине изображен Гаврила Романович Державин и гений венчает лирика Екатерины, имея в виду изображение ангела, который держит над головой Державина лавровый венок. Реставрацией портрета попросили заняться 70-е годы XIX века художника Станислава Вронского, польского ссыльного. Генерал-губернатор Синельников попросил Вронского изменить в портрете лето на зиму и попросил дописать город Иркутск, который стал бы фоном для сидящего на камне поэта. В годы Гражданской войны, в 1917 году, Белый дом был взят приступом большевиками, и портрет был значительно поврежден. Прострелен, истыкан штыками и имел множественные повреждения. Именно в таком виде в 1920 году он поступил в тогда объединенный музей. Писал о портрете Георгий Иванович Дудин, но масштабное изучение, а затем реставрацию портрета осуществил Алексей Дементьевич Фатьянов, директор музея с 1948 года. Он отправил поврежденное полотно, хранилось оно в художественном музее, свернутым в рулон. Отдельно выпавшие из полотна куски хранились в конверте. Он отправил полотно в Москву на реставрацию в высшие технические художественные мастерские. Алексей Дементьевич Фатьянов имел переписку с Игорем Грабарем, в том числе относительно этой картины. Мастерская воспользовалась тем, что в Государственной Третьяковской галерее хранится портрет авторства Сальватора Тончи, первый портрет Гаврилы Романовича Державина, в общем-то, идентичный нашему портрету, но, соответственно, без Иркутска. Сотрудники мастерских имени Грабаря привели наш полотно в экспозиционный вид. Были наложены 87 заплат, как гласит выписка из реставрационного паспорта картины. И он приобрел сегодняшний вид. История изучения и всплеск интереса к портрету возникает с новой силой в начале 70-х годов, когда молодым сотрудником Русского музея Евгении Николаевны Петровой был обнаружен рисунок художника Алексея Егорова, который по композиции повторял наш портрет Державина. На этом рисунке изображены сидящий поэт на фоне скалы, над головой поэта изображение ангела, что соответствует описанию портрета в 1824 году, сделанным Иваном Мартасом. И Евгения Николаевна Петрова написала сотрудникам музея, и прежде всего Алексею Дементьевичу Фатьянову, об этой находке и о вопросах, которые касались нашего полотна.
Она высказала предположение, что автором нашего полотна является не Сальватор Тончи, итальянский художник, работавший в России, а Алексей Егоров, художник-академист, выпускник Академии художеств. На протяжении многих лет у музея не было возможности полноценно исследовать полотно, хотя первые рентгеновские снимки были сделаны еще в мастерской имени Горбаря реставраторами, и они уже показали, что действительно над фигурой поэта находится фигура ангела. Предпринять такое исследование современными средствами, с использованием современных технологий, удалось только в наше время. И осенью прошлого года, 2022 года, картина была отправлена на исследование, реставрацию с последующим экспонированием в Государственный русский музей, где она была изучена сотрудниками музея, реставраторами. Было проведено технико-технологическое исследование с использованием всех последних технических средств. Был сделан современный рентген этой картины, который подтвердил наличие фигуры ангела, который мы не видим сегодня на картине. Он скрыт слоями позднейших записей. И позже картина экспонировалась в зале Русского музея рядом с рисунком Алексея Егорова, с гравюрой художника Иордана, который также свою гравюру создал с портрета Сальватора Тончи. И это исследование, это пребывание в Русском музее, конечно, существенно, во-первых, пошло на пользу нашей картине, во-вторых, дополнило сведения, наши знания об этом полотне. Возили картину в Русский музей на экспертизу. В общем, там возник вопрос об авторстве. То есть у нас картина атрибутирована как произведение Тончи, а в Русском музее посчитали, что она принадлежит, написана Егоровым. Это русский академический художник того же примерно времени, что и Тончи. В Русском музее была проведена экспертиза, съемки в рентген-лучах, в УФ-лучах. И они решили, что вот этот ангел, который изображен над головой Державина, что он соответствует технике и манере письма художника Егорова. А потом они сравнили манеру написания самого Державина, сам портрет, который мы видим, и тоже пришли к выводу, что он больше похож на технику Егорова, чем на Тончи.
И что там было сделано реставраторами? Было снято верхнее поверхностное загрязнение. Вот там можно посмотреть в правом верхнем углу, у правого края, оставлен квадратик маленький. Он показывает то, как поверхность картины выглядела до реставрации. Была выставка одной картины в Русском музее. И она была выставлена вместе с результатами вот этого анализа, с вот этой всей полудетективной историей. И, в общем, имела успех достаточно. Так, вот здесь вот обнаружили ниже лежащим слоем изображение. Вот здесь вот щит. И здесь вот у ног Державина лежит маленький лев, такой миниатюрный, он до колен примерно. А над головой Державина и вот эта вот вся верхняя часть неба, там изображение ангела. Вот прямо ровно над головой Державина сохранилось изображение головы летящего ангела. Очень четкая, очень такая детализированная, хорошо прописанная.